Здарова всем, ребятки, Кента пока на проводе, и прямо сегодня вышло новое обновление в Stand of 2. Да-да-да, прямо сегодня вышло обновление 0.13.3. И что это означает? А это означает, что Кента пока уже снял для вас обзор этого обновления. Поэтому, братан, если ты любишь обновления, как и я, то ставь лайк и подписывайся на мой канал. Ну а мы начинаем. MyStandOff.ru – это топовые скины, моментальные выводы, крутые бонусы. Ссылка и промокод в описании. MyStandOff.ru. Ребятки, изначально планировалось снять данное видео по обновлению, но так вышло, что я в этом обновлении нашел нереально крутой баг, поэтому смотри видео без перемоток, потому что ты будешь просто в шоке. И первое, о чем хотелось бы сказать, что сегодня я особенно красивый, потому что я в новой футболке. Ну а если серьезно, то это не новая футболка. Ну и первое, о чем хотелось бы сказать, то что обновили аватарку. Правда, если вы с Украины, то у вас ничего не поменяли. А вот если вы с России, то возможно аватарка у вас обновлена. Посмотрите, проверьте. Посмотрите на этого замечательного персонажа. Какой-то гангстер, похож на проказника. Также какая-то маска от фермера вируса. Но это все ерунда. Самое главное обновление — это исправление мелких багов. Никто не знает, что исправили, но их исправили. Самое главное, что изменили прямо сегодня, это карта провинции. Ребятки, уже видно по загрузочному меню, что она просто изменена. Поэтому давайте прямо сейчас мы ее посмотрим вместе с вами. Ну что же, как говорится, в счастливый путь. Погнали, посмотрим, что же изменили. Так, так, пацаны, а ну-ка, внимательно. Подождите, самое главное, хочу проверить, есть ли конь. Да, коня оставили его. Вот она, наша малышка, конь на месте. Залетаем в погреб, и тут... Убрали прострел. Не, ну, ребят, ну вот просто ни стыда, ни совести. Ну, было так замечательно. Я так любил всех простреливать. О, нифига себе, тут же были ступеньки. Чё, все убрали к чертовой бабушке? Откройте двери, Кента пока хочет простреливать на мид. Правда, я ни разу в своей жизни никого тут не убил. Но меня тут убивали раз 100, наверное. Поэтому, блин, обидно, что убрали этот прострел. Он же не работает, да? Давайте попробуем пострелять сюда. И сейчас мы с этой стороны посмотрим. А ну-ка. Да-да-да-да-да-да. Прострел, к большому, при большому сожалению, не работает. Также изменили мид. А что это такое? Египетская сила. Я, конечно, извиняюсь, я все понимаю, но что это за ящики? Блин, ребятки, а ну-ка давайте залезем внутрь. Блин, ну короче, как я понял, мид был сильно пустым, и его решили немножко заполнить. Типа тут можно прятаться. Блин, пацаны, ну это очень прикольно, особенно если вы играете в каком-то киберспортивном клане, то, наверное, для вас это просто блаженство, потому что вы можете прятаться на миду. Теперь на миду можно прятаться, потому что раньше, если ты вышел на мид, считай ты труп. Ну сейчас-то, ребятки, просто подбегайте сюда. Я не знаю, что это такое, я не знаю, сюда можно залезать или нет, но, блин, ну это выглядит очень даже прикольно. Только что я набрал банду подписчиков, и прямо сейчас мы все это проверим. Пацаны, за мной на мид. Бегом побежали. Ну что же, дамы и господа, прямо сейчас мне интересно, можно ли залезть вот на этот подсад. Быстрее подсадите папочку Кента. Так, пацаны, подсадите. Да ё-моё. Так. Проверяем. А ну-ка. А ну-ка, а ну-ка. Я почти залез, слышишь? Почти залез. А ну-ка, подпрыгни, 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 подпрыгни. Ну-ну-ну. Так, давайте третьего сюда, давайте третьего сюда. Что-то у меня не получается залезть. Пацаны, почти залез. Третий, третий, третий. Давайте, короче, вы вдвоем, и я третий на вас. Ой, ребятки, как же мне интересно. Прикиньте, если все это выйдет, если все это сработает, это была бы очень крутая нычка. Да-да-да, я уже тут, я уже тут. Тише, давай еще раз. Подожди, а что это такое? Не, блин, пацаны, походу сюда залезть нельзя. Это очень даже обидно. Эх, ребята, увы и ах. Сюда, к сожалению, залезть никак нельзя. Ну, по крайней мере, у меня никак не получается. Давайте проверим сюда, может сюда выйдет. Не, сюда тоже никак не получается. Ребятки, идите сюда, подсад, сделайте мне, пожалуйста, на ящик. О, сейчас, может, что-то выйдет интересненькое. Но, к сожалению, на эту преграду я все равно залезть не могу. И, как вы думаете, что получается? А, нифига не получается. Но я нашел баг, смотрите, я могу видеть карту. Да ну! А ну попрыгай, Максим, попрыгай. Я в шоке. Я обалдеть, я вижу тупо всю карту через стенки, прикиньте. Обалдеть, как это возможно? Я просто в шоке, это новый жесткий подсад. Пацаны, просто посмотрите. Блин, обалдеть. Не, слушайте, определенно очень даже круто. Максим, не прыгай. Ну что же, прямо сейчас мы, ребятки, проверим прострелы на миду. Ребятки, становитесь сюда, на ту сторону, и сейчас будем проверять, попаду ли я по кому-то или нет. А ну-ка. Так, о, простреливается. Обалдеть, слушай, вот это прикольно. А ну-ка, а вот эти ящики простреливаются или нет? Стойте там, вы стоите. Ага, 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 я понял. Короче, вот эти ящики, они не простреливаются, зато вот эта вот огромная конструкция, она простреливается.
Ну а для того, чтобы видеть всю карту, вам надо сделать вот так вот. То есть сделайте небольшую лесенку из двух людей, залезайте на самый верх и просто прыгайте. И вы видите абсолютно весь погреб, видите плента, и это очень даже круто. Вы так можете убивать всех своих абсолютно противников. Ну что же, дамы и господа, в принципе на этом все. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал Кента ПК и напишите любой хороший комментарий. Надеюсь, вам понравилось это видео. Всем удачи, всем пока.